Традиционные якутские блюда саламат, кёрчих и оладьи научил готовить хабаровчан, маэстро якутской национальной кухни Иннокентий Тарбахов. Мастер принял участие в съемках кулинарной программы на ведущем телеканале региона. Подробнее в сюжете Стаса Михайлова. «Будет вкусно» – так называется одна из самых рейтинговых передач на Хабаровском краевом телевидении. Ведущая Валентина Алексенко приглашает к себе на кухню лучших кулинаров, и в рамках часа на глазах телезрителей готовится сразу несколько блюд. И сегодняшняя программа у нас особенная. Для меня это встреча долгожданная. У меня в гостях знаменитость Иннокентий Тарбахов, человек, который не просто является лицом якутской кухни, мастер-повар, человек-легенда в профессиональном сообществе. Для программы прославленный повар подобрал три традиционных национальных блюда – каша саламат, кёрчих и оладьи. Ассистировать ему вызвался заместитель постоянного представителя Республики Саха-Якутия в Дальневосточном федеральном округе Ким Борисов. Ему было доверено готовить саламат. Иннокентий меня научил этому блюду в Москве. Я учился в дипломатической академии, но он же постоянно в Москву приезжал. И как-то вот он приехал ко мне в общежитие. И давай, говорит, я тебя научу этому блюду. Сам мастер взялся за жарку оладий и взбивание кёрчиха с брусникой, попутно рассказывая о культуре и обычаях якутского народа. По якутскому обычаю, да, самым любимым детям дают его облизать. Поэтому, пожалуйста. Это традиция такая. Спасибо большое. Я с радостью. Потом пусть режиссер скажет мне, где у меня сливочные усы. Слушайте, это очень вкусно. К финалу программы были готовы три блюда с простыми ингредиентами и несложным процессом приготовления. Ведущая поблагодарила гостей за возможность пообщаться с легендой и пригласила мастера посетить ее программу в дальнейшем. Стас Михайлов, НВК Саха, Хабаровск.